Привет всем! Сегодня хочу сделать обзор семян перцев на наступивший уже 2022 год. Каждый год собираем свои перцы, выращиваем из своих семян, но в то же время хочется, конечно, и каких-то новинок себе приобрести, посеять и получить хороший урожай. Первый перец у нас называется «Большой куш». И этот перец сочетает в себе много вот таких вот положительных качеств. Первое, то, что он у нас крупноплодный, 250, может быть, до 300 граммов. Раннеспелый, 80-90 дней от всходов и до технической спелости. И растение высотой 80 или 100 сантиметров, полураскидистый. В том числе, конечно, давно хотелось приобрести именно вот такой вот кубовидный перец. И вот как раз приглянулся такой вот привлекательный перец «Большой куш». Поэтому попробуем его вырастить в этом году. И второй перец. Здесь у нас смесь перцев. Называется она «Царский пир». Много здесь сортов. Перец «Царский», «Золотистый бочок», «Дед Мороз», «Большое золото» и «Канарейка». По 20% каждого сорта перцев. Перцы здесь у нас, соответственно, высотой от 50 и до 100 сантиметров. И по массе, соответственно, от 90 до 220 граммов. В чем, конечно, привлекательность вот этого перца? Все перчики такие вот разноцветные. Есть и желтые, и оранжевые, и красные. И по форме они тоже вот немножко различаются. Поэтому в одной пачке целых 5 сортов. А с этим вот целых 6 сортов можно вырастить. И, соответственно, потом, если они понравятся какой-то сорт, его можно собрать семена и уже выращивать в дальнейшем конкретно или оранжевый, или желтый, или красный. То есть, таких вот две очень привлекательные новинки перцев. Ну и очень, конечно, понравился вот этот перец «Большой куш». Такой крупноплодный он прям. И по срокам, вот видите, именно созревание, здесь у нас 80-90 дней, а здесь уже, соответственно, 100-130 дней. То есть, насколько вот этот перец именно большой куш, раннеспелый и такой вот крупноплодный. Поэтому таких два сорта перца. И, конечно же, будем выращивать свои перцы из своих семян. Это толстый барон и белое золото. Всегда они радуют своим урожаем, поэтому от них отказываться не будем. Но вот такие тоже еще посеем, посмотрим. Может быть, они тоже завоюют место в нашей теплице и станут ее постоянными жителями, так сказать. Но всем тем, кому видео понравилось, было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь эти видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и счастливого Нового года!